Причиной трагедии в Среднеколымском районе, скорее всего, стало превышение предельной нагрузки на ледовую переправу. В Якутии идет проверка по факту провала под лед на озере Сайбалах двух самосвалов Камацу и гибели одного из водителей. Трагедия произошла минувшей ночью. По информации МЧС, самосвалы с прицепом перевозили груз из Магадана. Автозимник, на который выехали автомобили, выдерживает до 15 тонн, а масса каждой машины составляла 67. Один из водителей смог спастись, второму не удалось выбраться из кабины. Как выяснилось, автомашины, груженные металлом, следовали по маршруту Среднеколымск, Андрюшкино, Черский, Билибино. И при подъезде к автозимнику через озеро Сайбалах две автомашины провалились под лед. Автозимник, на который выехали автомобили, выдерживает до 15 тонн нагрузки. И на 20 апреля запланировано его закрытие. Масса каждой автомашины составляла 67 тонн и грузоподъемностью 36 тонн. Превышение предельно допустимой нагрузки рассматривается одной из причин происшествия. В данное время место происшествия огорожено, выставлены вешки, оборудуется объезд по береговой линии.